Приветствую вас, друзья, с вами Варчик, нечастый гость на моем канале Песочный Танчик, 5 уровень, Черчилль 3. 4131 опыт за бой получен, это именно тот самый бой. В нем я побил рекорд по опыту на аккаунте, и это рекорд новый. Вот буквально недавно я его поставил, отыграл кучу боев, уже там под 80 тысяч, играю в игру с 2013 года, и на вот этом вот чудовище я поставил рекорд в 2021 году. Обалдеть. Карта у нас линия Зигфрида, стандартный бой. Почему я играл на Черчилле третьем? Ну, вы заметили, что на канале были стримы, принимал участие в турнире Корбина. Там как раз таки турнир проходил на этом танчике, на Черчилле третьем. Сыграл я в этом турнире 48 боев, из них 33 победы, занял 66 место. А почему такое место, с одной стороны, и высокое, казалось бы, людей много принимало участие, с другой стороны, ну ты же стримлер, хорошо играешь, можно было типа и повыше, но люди играли на убой и сыграли в несколько раз больше боев, в основном все, кто принимал участие. Поэтому у меня не было, так сказать, времени и желания играть на Черчилле третьем, три дня не вынимая. Короче, вот такая вот у меня отмазка, грубо говоря. Считаю, что в принципе у меня получилось на нем средний 2182 за 20 лучших боев. Вроде бы неплохая средуха, но нужно было накатывать больше боев, чтобы получить призовое какое-то место. Я поучаствовал, ничего не выиграю, но мне очень понравилось. Поскольку играя постоянно, ты видишь, что твой результат улучшается, ты двигаешься по турнирной таблице, это очень интересно, но как я заметил и как заметил сам Корбин, рассказывая у себя на стриме, нужно какое-то ограничение в попытках. Потому что вот эта вот бесконечная надрочка боев, три дня подряд, это, конечно, не сильно прикольно, потому что не у всех есть время три дня просто беспрерывно играть. Пока я тут вводную информацию какую-то даю, я уже 200 в бою наколотил и еду дальше упарываться на Черчилле третьем. Вот такие вот бои у нас на 400 урона, точнее, это 400 опыта. К слову, про оборудование на танчике. Разное оборудование пробовал, пришел к оборудованию турбина, досылатель и закалка. Потому что все остальное параша. Может быть, еще скорость сведения можно было бы улучшить, но в целом это все ни о чем. Как ни крути оборудование, танк все равно кривой. И это его главный минус, то что у него пушка тупо кривущая. Ну а так, в целом, второй главный минус, у него нет брони. Вот такие пироги. А так просто едешь, упаруешься, накидываешь урон и все. Самое главное не подставляться на большое количество стволов, потому что Черчилль быстро развалится. И было бы прикольно в бою найти кого-нибудь, кто бесплатно отдастся. Вот в этом бою я нашел двух тяжей в начале, которые бесплатно отдались. Немножко пострелял в меня. И потом еще в конце Черчилль бесплатно отдался. Вот, в принципе, весь залог. Тебе нужно найти кого-то, кто отдастся целиком бесплатно. И найти кого-то, кто отдастся тебе с разменом твоего ХП. Потому что ХП у Черчилля много. То есть суть простая. Ты набиваешь урон. Либо за счет того, что ты меняешь свое ХП на ХП вражеское. Пока тебя убивают, ты убиваешь врага. И скорее всего ты его убьешь, потому что ХП у тебя больше и ДПМ бешеный. Плюс еще, если по крысе удастся так из-под тишка куда-нибудь выехать и впритык раздамажить. А Черчилль быстро всех раздамаживает, если есть возможность. То ты еще набиваешь урон. Вот все, больше никак ты на нем не набьешь много урона. Кимпей там что-то или еще что-то, это все бред. Пушка кривая, поэтому такие вот дела. В целом, не люблю я Черчилля 3, не люблю песок, но сыграл вот, побил свой рекорд. К слову, побил рекорд Корбина, у него получилось что-то 4085, у меня получилось 4131.
У Стэнлока там что-то было на Черчилле третьем рекорд опыта еще чуть-чуть больше, чем у меня. Короче, я так понимаю, примерно в основном все набивают рекорды 4000 с хвостиком на Черчилле третьем. Вот такие вот новости у нас в поле сражений, про турнир, про Черчилля 3, про рекорд. Танчик довольно-таки противный, и если на нем серьезно как-то потеть и играть, то жопа начинает гореть. Но вот этот бой, допустим, я сыграл без стрима, и на втором экране я параллельно сидел, какой-то видосик смотрел или еще что-то. И играл я, как вы видите, не особо вдаваясь в подробности, просто ехал врагу в лицо, тупо его убивать. И по первому времени, когда я начал принимать участие в этом турнире Корбина на Черчилле третьем, я играл серьезно, пытался потеть, что-то там думать, размышлять, какое оборудование лучше ставить, как играть в бою, какую тактику лучше всего применять. Но я пришел быстро к такому выводу, что самая лучшая тактика — это ставишь на ХП, досылатель там ставишь, оборудование и турбину. И просто как свинья быстрая на убой едешь во врагов, упаруешься, врываешься, размениваешь свое ХП, как можно быстрее пытаешься набить урон, и все. Самое главное — ехать в тяжей, а не в СТ-шек и не на кучу стволов, потому что СТ-шки с разных сторон или в несколько стволов разбирают Черчилля очень быстро. Просто едешь на фланг для тяжей или в город и упаруешься в тяжей, все. И особо лучше не заморачиваться, там как-то потеть или еще что-то. Если пытаешься танкануть на Черчилле, надо выкручивать ромбик очень сильно. Потому что единственное, что у Черчилля танкует, это вот эта вот пластина, которая есть вот здесь. Жопа, каток на жопе не танкует, каток спереди не танкует. То есть вы, когда рамбуете, у вас танкует только вот эта пластина посередине. Все остальное, вот это каток, вот это вот башня. Спереди вот здесь НЛД, ВЛД, слева ВЛД, только вокруг пулеметика есть броня. Короче, он дырявый, просто жесть. Танкануть на нем крайне тяжело. Вот такие вот дела. Черчилль 3 лучше вот просто закрыл глаза и едешь в тяжей упарываться, и все. На Черчилле 3 лучше близко к сердцу все не воспринимать, а просто ехать на убой, на пофиг, и будет и то лучше получаться, потому что когда я старался, только жопа горела, а когда играешь в таком стиле, то в самый раз. Вот мы набили за бой 3522 урона и сделали 6 фрагов. Это 4131 опыт, и это мой новый рекорд на аккаунте. К слову, бой получился крайне быстрый. И когда параллельно смотришь еще на втором экране какой-нибудь видосик, то такие бои вообще даже не замечаешь. Я, честно говоря, только потом заметил, через время, что я, оказывается, рекорд по опыту на аккаунте побил. Я и не заметил, что это тот бой был. То есть мне потом пришлось искать, что вот этот реплей, я его откладывал, типа, ну, мастера получил, да и получил. А оказывается, это вот он, рекорд, вот такой. Я его даже не заметил, пока видос на втором экране смотрел. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.